Карвин Спортклуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это довольно дружная и большая семья, так как здесь для членов Карвин Клуба и его друзей проводятся различные спортивные мероприятия и соревнования. Недавно здесь прошел чемпионат Карвин Клуба по фитнесу в категориях «Мистер Фитмен» и «Леди Фитнес». В ходе соревнований каждому участнику было необходимо выполнить 5 упражнений. В мужском виде программы участники были разделены на 4 возрастные группы. В итоге в соревнованиях возрастной категории от 17 до 35 лет первое место занял Ма Мие. Второй результат показал Андрей Зинченко и замкнул тройку призеров Садам Салымбеков. Среди участников от 36 до 45 лет победителем турнира стал Эргазы Сейдалиев. Второе место досталось Олегу Ситикову. И бронзовую награду завоевал Ахмед Губар. В турнире среди спортсменов от 46 до 55 лет первое место занял Эдуард Шулико, а второй результат показал Тахир Гафуров. И в возрастной категории 55 лет и старше на верхнюю ступень пьедестала четвертый год подряд поднялся директор Карвин Спортклуба Самсон Балян. Вторым призером стал Абибилла Кудайбердиев. И бронзовая награда досталась Сагину Айльчиеву. В состязаниях среди девочек отличилась Русалина Русских. Второе место заняла Аиша Юбурова. И третий результат показала Анита Наими. В соревнованиях среди представительниц прекрасного пола в возрастной категории от 31 года до 40 лет победителем чемпионата стала Жанна Исмаилова. Второе место заняли Фатима Даурова и Лариса Шидер, набравшие равное количество очков. И замкнула тройку призеров Айланыш Султанбаева. И в возрастной категории от 51 до 60 лет победителем соревнований стала Гульнара Садыгалиева, а второе место заняла Жанат Ибрагимова. В абсолютном первенстве звание «Мистер Фитмен» завоевал Эдуард Шулико, а звание «Леди Фитнес» удостоилась Жанна Исмаилова. В общем, добро пожаловать в Карвин Клуб, фитнес-клуб премиум-класса номер 1 в Кыргызстане.